Друзья, всем привет! С вами канал Young Fishers. Вновь выбрались на рыбалочку. Приехали сегодня на нашу речку. Будем сегодня пробовать ловить себеля, густеру, плотву, ну в общем белую рыбу. Будем ловить сегодня на манку и опарыша. Сегодня такая спонтанная рыбалочка получилась. Сегодня рано закончились у меня дистанционка, дистанционные уроки, и поэтому мы решили вот приехать, попробовать, порыбачить, почему бы и нет, ребятки. Плюс заснять видос. Посмотрим, что с этого получится, ребятки. Сразу же хочу сказать, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы будем начинать, будем разматываться. Я уже вот удочку свою размотал. Будем заряжаться, пробовать рыбачить. Посмотрим, что сегодня вообще будет. Поехали, рыбалочка началась, ребят. Ну, ребят, поменяли мы немного нашу локацию. Перебрались вот на такое вот местечко. Тут вроде бы рыбка гуляет. Вот, видите, круги пускаются. И вот пока первый заброс сделал, и поймал вот такую небольшую густерочку, ребятки, на манку. Но сейчас будем пробовать, в общем, что с этого покажет. Потому что в том месте мы вот там пробовали ни одной поклевки, ни одного этого. А тут сразу со второго заброса. И густерка хорошая есть. Ну как хорошая, небольшая такая живцовая. Ну, в смысле хорошая в том, что клюнула. Ну ладно, ребят, будем продолжать дальше пытаться ловить что-то. Ребят, посмотрите, как неожиданно. Смотрите, кто взял. Хорошая густерка, посмотрите, ладошечная густера. Капец. Перешел вот немного вот это вот место, которое вы видите, бросал он туда. Вот напротив вот этой травы. Смотрю, взяло, притопило, ребят. И что? Я в шоке просто, ребят. Просто в шоке. На маночку, смотрите, какая хорошая густера взяла. Неожиданно, неожиданно. Я не ожидал вообще, что такие крупные будут ловиться. Но это одна только клюнула всего лишь. Ну, блин, класс, ребят. Не ожидал даже ни камеры, ничего, ни это. Просто взяла такая хорошая густера, притопила. Я вытаскиваю, а как тянуть, вообще класс. Просто класс, ребятки. Сейчас буду дальше продолжать в том месте пробовать, потому что это, ну, не зря она здесь взяла, не просто так. Так, ребятки, походу прошлая густера была не случайностью. Посмотрите, какая я взяла следующая. Сразу же, следующий заброс. Я быстренько подкормился и вот закинул. И только с первого заброса и сразу на манку такая вот густера. Долго рассказывать не буду, потому что вдруг тут стоит стайка, нужно потише быть. Поэтому быстро я цепляю, бегу и дальше продолжаем. Вдруг надо ловить побольше таких хорошеньких, красивеньких густерочек. Продолжим. Хорошо, ребят, вот еще один себелечек в нашей копилочке. Вот это пока что наш весь улов. Девушка вот пришел, посмотрите, нашел какой силикончик. Вот. Трофей с поводком, вот видите, совсем в общем, трофей. Ну а я тут, пока его не было, вот две хорошие густеры поймал, девушка, аж в шоке был. И вот только что при нем себеля поймал хорошенького тоже. Конечно, это не тот себель, который был на канале, но тоже неплохой себелечек. Ладно, будем дальше продолжать. В общем, ребят, поймал только что такого себеля, но вы посмотрите, как испортилась погода. Посмотрите, какие тучи идут. Я боюсь, что мы сейчас попадем под огромный ливень. Ну, не знаю, не знаю. Вот буквально минут 15 назад было солнышко. Смотрите, натянуло, как он какие черные тучи. Смотрите, дождь уже идет. И вот такой вот себелечек клюнул. Наверное, сейчас в машину сяду и пока перед дождь. Или же вообще будем сматываться уже. Ну вот, ребятки, так вот резко меняется погода. Погода нестабильная вообще. Поэтому клев не особо радует. Ну вот такой себелек клюнул. В принципе, рад этому. Смотрите, какой ветер. Послушайте просто. А там он светло, ребятки. А тут вот смотрите, что происходит. Не знаю. Ну, вроде бы ветром сейчас должно разогнать. Смотрите, как тучи быстро идут. Не знаю, видно вам на видео или нет. Посмотрите просто, что происходит с погодой. Не знаю, надо текать, наверное. Ну ладно, посмотрим.
Оп, ребятки, первый себель. Нет, точнее, второй уже себель после дождя. Посмотрите, я взял на ваночку. Распогодилась у нас, в общем, закончился дождь. Тучи с дождем ушли куда-то в ту сторону. Вон они, скорее всего. И у нас тут настала красота. Ну, вот такой вот себелечек взял. Посмотрите, ребятки. Нормально. Будем продолжать дальше. Рыбачить еще где-то с часик. Посидим тут и уедем. Посмотрите, ребят, какая красота теперь стала. Как резко меняется все-таки погода весной. Смотрите, вышло солнце. Смотрите, я вот тут удочку положил. А тут на ней, смотрите, кто лежит. Точнее, висит на крючке. Себелек хорошенький, ребят. Посмотрите. Хорошенький себелечек висит. Во. Ну, посмотрите, какая погодка. Красота, просто красота. О, вышло солнышко. Солнышко, рыба начала гулять. Ну, к сожалению, скоро надо будет... О, на камеру, хорош. Нормальный себелек тоже. Будем оцеплять и дальше рыбачить, ребятки. Весна. Не прекрасно ли? Оживает природа от зимней спячки. Все вокруг дышит и звенит. В воздухе пахнет весною. К огромному сожалению, погода весной не очень стабильная. То вот светит солнышко из-за туч выглядывает, то буквально через минуту настигнут тучи и все станет темно, как будто ночью. В общем, ребят, поймали небольшого живца, так сказать, гостерочку небольшую. И решили закинуть вот щучаночку, потому что щука гуляет. Посмотрим, получится у нас что-то или нет сегодня с щукой. Но я надеюсь, что получится. Ну, будем ждать поклевочек, поплавочек вон стоит, мы следим за ним. Если что-то будет, то покажем. Но мы продолжаем ловить белую рыбу, себелей и так далее. Ладно, продолжаем. Ну что, ребят, еще один себелечек у нас в кармане, так сказать. Та густерочка небольшая не справляется со своими, так сказать, делами. Ее сносит ветром, поэтому надо будет менять, короче, живца. Сейчас ловим. Ну а вот такой вот себелечек на маночку взял. Классный. Небольшой дождик моросит, конечно, ребятки. Это небольшой минус. Но ничего, не так уж все и страшно. Поэтому мы стоим, продолжаем, рыбачим. Ну что ж, будем дальше продолжать, ребят. Пока на улице опять начался дождь, ребятки, я решил немного подобедать. Самая обычная сосиска сварили дома и белый хлебушек. Самое вкусное, что может быть, ребятки. Всем советую обязательно. Вот, если вы не были на природе и не обедали так, то можно считать, что вы даже не были на природе. Потому что без этого, ну, я не знаю. Это вообще очень вкусно, в особенности, когда... Кроме этого ничего нету на природе, ты как раз нагулял аппетит себе, и это самый классный перекус, ребятки, всем советую. Ну а ладно, я сейчас покушаю, и возможно за то время, пока я кушаю, дождь перестанет уже. В общем, ребят, пока дождь на улице, мы решили с девушкой в карты сыграть. Ну а что еще делать, если ливень на улице? Щучаночка вон где-то там стоит, но вам вряд ли видно, потому что мы сами еле-еле ее видим из-за дождя через стекло. Но мы сейчас пока, чтобы не было скучно, сыграем пару партиек в карте, ребят. И посмотрим, возможно, дождь пройдет там, и будет все хорошо. Щучонки, ребят, нигде нет. Дождь тут идет. Мы сидели, играли в дурака. А нема, не да, реально. Не бачу я. Давай, девушка. Десь в той стороне. Ну давай, тяни. Диви, диви, пошло натяжку. Леска, по-моему. Не?
С этим, блин, дождем ливень вообще идет. Нема ниде поплавка, не вижу я. Не бачу реально. Только что поплавочек вынырнул, но он опять ушел. Девушка будет сейчас пробовать подсекать. Давай. Давай, девушка. Леска вообще что-то в траве там делает. Непонятно. Подсек, но есть. Тяны, тяны, тяны. Здесь шла. Была. Но сошла, ребят. Была поклевка на щечанку, в общем, но сошло, к огромному сожалению. А, вообще, малюсенькое что-то было. Еле-еле порезала, ребят. Ну, сбрось порез. Угу. Ладно, погнал машину. Ребята, это просто капец. Погода вынудила резко собираться, резко возвращаться домой, потому что это капец. Вы смотрите, какой ливень начался. Мы вот уже все мокрые, смотрите, насквозь мокрые просто. Да, уже идет, наверное, может, часа. Да, уже 2 часа где-то идет дождь. И нам придется домой уезжать, походу, ребят. Потому что это капец. Посмотрите, какой ливеняк, как на стекло падает. Это капец. Всю рыбалку, блин, перепортила. Я в шоке. Шо, ребятки, вот на таком вот улове наша рыбалочка подходит к концу. Солнце вновь спряталось, вновь начинается дождик небольшой, но мы уже собираемся, уже все-таки время, 6 часов вечера. Посмотрите, какие крупные густерки сверху, блин, прыгают, хоть бы не с ведра не выпрыгнули. Вот какие хорошие 2 сегодня густерочки, ну а так и сибельки там неплохие есть. В общей сумме мы поймали 22 штуки рыбы. В принципе, уловом довольны, порыбачили мы тут буквально 2-2,5 часа. И вот такой улов, в принципе, хороший. В особенности меня порадовали вот эти 2 густеры хороших. Потому что, ну, вообще неожиданно было, что мы таких крупных поймаем вообще. Ну что ж, ребятки, будем уже идти домой ехать, точнее. Будем заканчивать нашу рыбалочку. Опять на дождь заходит, он посмотрит. Да, я уже ж показывал. Да, опять на дождь, вот смотрите, какое черное идет. Поэтому будем уже уезжать, ребятки. Вот уже небольшой дождик моросит. Ну что ж, друзья, вот уже мы уезжаем домой. На этом наша рыбалочка подходит к концу. Вот такая рыбалочка получилась. В принципе, мне понравилось. Ну, нормально так. Спонтанная рыбалочка. Еще и, в принципе, нормально отрыбачили. Нормальный улов. Как для 2,5 часов. В принципе, хороший. Еще и 2 густеры вообще красивых. Вы сами видели. Тем более, да, погода была еще не очень. То дождь, то видели, солнце вылазило. Ну, в общем, погода очень сильно меняется. И из-за этого рыба, скорее всего, и не клюет. Ну, в принципе, нормально отрыбачили. Поэтому за это надо поставить лайк. Ну что ж, с вами был канал Young Fishers. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока, до новых встреч. Скоро будут новые видосы. Пока-пока.